печенка и корейская морковка. Первым делом надо натереть на крупную терку вот эту сторону, сыр. Начинаем. Точно так же берем вареную печенку. Так. Теперь берем яйца. Начинаем делать салат. Первая корейская морковка. Высыпаем сюда не всю, чтобы вы знали. Так, сверху вот это теперь. Ложим слой печенки. Вот. А теперь надо насыпать немного яйца. Ну, яйца. Теперь перемазываем слой майонеза. Вот так вокруг, вот так вот. Намазываем. Вот так вот, вот так. И там, где не домазано, домазываю. Все. Сверху ложим слой сыра. И сверху потом опять майонез. Салат будет вкусный. Так, и сверху майонез. Точно. Теперь точно так же повторяем сверху корейскую морковку. Столько же, как и в начале. Опять слой печенки и сверху майонеза. Слой печенки. Сверху засыпали сыром. Вот, целых две тарелки хватило. А теперь засыпем яйца. Насыпаем. И в другой насыпаем. Ага, вот такие у нас салаты получились. Вот. Вот такие. Бомбезные. Они очень хорошо пахнут. Вам всем приятного аппетита!